С таким самолетом безопаснее было бы где-то там за Сан-Мартином залутаться. Сейчас сюда все летят. Короче, решил, попробовал, был где-то несколько дней, играл на 800 dpi. Ничего хорошего не получилось с этим. Тоже, в принципе, в конце один на один не смог перестрелять. Лишним. Сейчас, короче, у меня 400 dpi. На самом деле, если честно, мне вообще тяжело. Ну, вот в других играх-то нормально. А в PUBG, конечно. Отлично, чай. Я, наверное, заберу, короче. Ну, по крайней мере, стало заметно слева, справа. Oh, yeah. Ничего себе. Отрубаты шли солдаты, отрубаты на базар, точка, отрубаты что купили? Отрубаты самовар, точка, отрубаты сколько стоит? Отрубаты 3 рубля, точка, отрубаты кто выходит? Отрубаты, это я. Отработы, шли солдаты, отработы, на базар, точка, отработы, что купили. Отработы, самовар, точка, отработы, сколько стоит? Отработы, 3 рубля, точка, отработы, он какой? Отработы, золотой. Спасибо, спасибо за донат. Вы прям, короче, с Артуром меня радуете. Ну ты понял, 400 стоит у меня. Я решил уже, короче, на 400 буду окончательно играть. Я раньше всегда играл еще с 518-го Logitech. У меня тоже всегда 400 было, и в CS-ке 400.
А тут вот чего-то решил поэкспериментировать. Ну так-то неплохо получалось на 800. И шевелить, и все успеваешь сделать. Сейчас просто поднял чувствительность на 55 в общую. А в КС где-то у меня, наверное, до 3 было. 2,5. 2, может даже. Сейчас бы, наверное, скорее всего, на 2,5 играл бы. А тут уже, значит, за лутами. И где он? Он пошел нас искать. Короче, будет обходить. А нам надо отсюда валить по-хорошему. Ну хотя бы так, стартовый забрал. Мне нравится вот это еще место. Вот там уже может кто-то тоже залутал все. Артур, короче, как оказалось, я вчера пошел проверять. Ты второй. Но с голосом, конечно, первый. Кстати, а мы как, поиграем вообще? Я, в принципе, если что, уже готов. На баге кататься это самоубийство. Ну да. Между прочим, где-то там и стреляют. У меня метка там стоит. Отлично. Я непобедим. С красной этой точкой. Теперь у нас есть X4. Я не буду, настроения нету. Да у меня, кстати, вот из-за этого покера тоже часто такое бывает. Я поэтому и пытаюсь хоть как-то от него отойти. От этой зависимости. Тем более уже 8 лет у меня. Постоянно такие перепады. Очень тяжело потом выровняться. Ну, на личную жизнь это не перенести. У меня было такое, в принципе, какие-то там играешь СНГшки там по 11. Вроде и билет тебе бесплатно достался. И все правильно сделал, а все равно проиграл. Ну и, короче, такие осадки. Так что я тебя понимаю. Ну и где эти чучела? Вижу, он там сидит. Обычно потом на дом приходят, садятся. У нас еще баги есть. Ну а кох на калаше это, конечно, такая каша.
Как-то темно. Между прочим, считается, что потеря денег – это лучший стимулятор. Надолго запоминается. Я не знаю, мне в принципе эта баги не нужна. Я по крайней мере так думаю. Плюс покер на самом деле очень много времени забирает. Как вы думаете, там залутано? Видно будет, если я сейчас туда спущусь, а там сидит какой-то. Так, значит, у нас еще буханка есть тут, патибас. Прям стрелой. Нравится, эти мотоциклисты не так проносятся. А, дверка открыта. Где же ты тогда можешь быть? Ну, естественно, в этом здании. Я в последнее время даже, кстати, такую стратегию себе был придумал. Прыгать не на электростанцию, подстанцию, а сюда, допустим. И отсюда уже, пока они там друг друга защищают, ты берешь основное снаряжение и бежишь на электростанцию, если зона на нее играет. Или взять куда-то в центр, поехать, пока есть еще тайминг. Потом могу дать не уехать. Хотя сейчас тут, в принципе, не особо такое место. Можно сейчас подняться и пешочком пойти. Но Сан-Мартина не выпустят. Ну, в принципе. Я думаю, лучше пешком. На своих будет надежнее. Короче, я уже больше месяца заказал себе поп-фильтр с Китая. Почему-то еще нет уведомления. Уже, наверное, даже больше месяца прошло. Первая вещь, которую я заказываю оттуда. У меня уже несколько дней большое желание есть установить контру и пробежаться. Особенно после того, как Артура увидел там, как он там крабил. Ну ладно, не крабил. Просто играл. Мне тоже захотелось.
Ну я потом действительно как вспоминаю, какой там комьюнити кислотное. Порой бывает так зайдешь, всем чат отключишь своим даже. И так спокойно играется. И тащишь. Даже без инфы. В последнее время так там много турков попадалось. Если не 4, то дауны. Угу. Ты знаешь? Ну лучше бы дауны были, чем 4. Я, ну, почему еще не установил? Потому как фармил там монеты и смотрел, там ребята просто бустят за деньги аккаунты. Они сами глобалы там. И, короче, я так вплухо слышал, как они общались. Я, конечно, в шоке был. Столько там читаков. Ух, тут открытая местность. Вот люблю я эту точку, да? Или все-таки уже засев в Сан-Маринке? Где она будет сходиться? С электростанции будут идти. Окей, я все понял. Я ухожу. Забираю эту местность. Я тебя где-то в другом подожду. Я кустик, кустик, кустик. Ладно, пока слушаем. Где кто? Я тогда, когда заходил, кстати, видел, вы писали про этого. Сейчас, ребят. Ну, естественно, я еще столько отыграл в эту КС-ку. И в Сурс, и в 1.6. С Авиком постоянно там бегал. Ну...
Мне кажется, сейчас лучше это время на пап потратить. Ту же местность подучить. Так-то за компанию, если что, побегать можно будет. Я, кстати, хотел оттуда, вот они стреляют. Артур знает, я люблю там место это занимать. Сверху, которое... Я слышал, вы тогда про Overwatch говорили. Что он там на скидках бывает по 800. И вроде там как бы и проблемы с читерами нет. Ну там попробуй еще с классом тем определиться. Я так пробовал когда-то еще на старой ведухе. Там вот когда бесплатные выходные были. Ну, мне так не сильно оно туда зацепило. Умения, эти таланты. Естественно, там, наверное, командная игра еще больше, чем в КС. В КС какие-то любой даун может пострелять, да? А там еще нужно вовремя все свои умения применять. Что сказать, короче. Трехмерная дота. Главное, чтобы на машине и на мотоцикле прям мне на голову никто не упал. Я имею в виду, во-первых, там, если у тебя читы есть. В Overwatch там же читеров нету. Тактика-то само собой, но так-то еще может он там зажмет, убьет кого-то. А в Overwatch там, видишь, слаженное действие решают. Кто-то щит ставит, кто-то там танкует, идет, другие хилят всех. В КСК там, в принципе, действия-то одинаковые, легче, мне кажется. В любом случае легче. Мозг не надо так напрягать. Ну, не на топ уровне, я имею в виду, не на высоком там, а обычным пользователям там, на тех же, допустим, биг старах, да? В КСК там же на слемов, там уже совсем другая игра идет. Там и люди-то поадекватнее играют. Хотя, по большому счету, от лема до калаша обычного в КС там не очень большой в скилле разрыв. Если по стрельбе брать. Пипел, здорово. И где это ты, расскажи нам, пропадал? Я тут, значит, себе куст забил. А ты где ходишь? Ничего себе, как мне туда добраться?
нужно быстро поменять, потому что тайминги, и нужно успеть. Я не буду занять эту позицию. Оху. Вон я его вижу. Чуваку бы какой-то пламегаз. Он еще и сюда может пойдем, да? Спускаться. Из дробовика, вы серьезно? Не лучшая позиция. Так, внизу, значит, там трупы, можно было бы что-нибудь залутать. И там с той стороны паренек стреляет. С этой стороны я вроде видел человечка. Быстрым у меня не очень. Thank you.
Жалко, бустеров никаких нету. Да ты что? Ну я не знаю, конечно, вообще неудачно.